дорогие мои друзья! Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня уже наступило полнолуние по московскому времени. 15 число, а в 20:30 по московскому времени начнутся 15-е лунные сутки. Самое время для ритуалов. Сегодня я покажу обычный, классический ритуал чистки, отливки воском, то есть снятия порчи с откатом. Объясню, что этот ритуал можно делать, когда у вас под рукой практически ничего нет. Свеча, вода, все. Это уже, поскольку я сейчас буду показывать этот ритуал и заговор, в заговоре произносить слова на себя, поэтому здесь я уже подготовила алтарь. Что у меня тут на алтаре находится? Ну, во-первых, сбор трав. А огонь я буду поджигать позже. Там будет заключительная часть ритуала. Здесь я использую 6 трав. Даже 6 трав, не трав, а 2 вида трав. Полынь, душицу. 2 вида кустарника. Цветки от олеандра и розмарин. А также листья от 2 очень сильных магических деревьев. Листья дуба с кладбища и листья ясеня. Так, у меня здесь также посох из орешника. Знак бога Сварога. Так, потом у меня рогатина из орешника. Знак моего тотема – змея, ножницы, вот, вода, обычно из-под крана, а также здесь немного добавлено святой воды с итальянской церкви, с румынской. Поскольку я перемещаюсь самолетом, я не могу положить святую воду. Бутылки, к сожалению, вынимают из чемоданов, скрывают, и ни один случай был. Поэтому использую то, что я беру здесь на месте. В общем, сейчас я подготовлюсь немножко. Еще немного расскажу о том, что я тут буду делать, и почему у меня тут ножницы, почему у меня тут, почему я в ритуале отливки воска использую набор трав. Вот, все расскажу. Начинаем ритуал, который называется классическая, обычная отливка воском. Даже в данный момент у меня под рукой нету воска, а для ритуала нужно примерно 200-250 грамм чистого воска. Я буду использовать обычную церковную свечу. Это точно натуральный воск, свеча. Вот. И как бы подобрано таким образом, чтобы заговор, который я сейчас буду читать, я смогла прочитать минимум 3 раза. Я прочту всего лишь один раз, покажу, как все это будет выглядеть, а потом отключусь на некоторое время, потому что заговор, ну, очень длинный. Заговор не мой, взят на просторах интернета, но в словах указано практически все виды, которые только могут в магии использоваться. Вот, даже башня пробила. Когда наводят негатив и из глаз, и порчу. Ну, вы сами услышите. Есть видео с этим заговором в интернете, на некоторых каналах. Ну, у каждого мага своя сила, у каждого мага свои подходы к ритуалу. И слова действительно очень сильные.
поджигаю свечку и начинаю читать слова заговора. Свечку держу вот так над водой, и чтобы она капала в одном месте. Пойду я, Наталья, из дверей во двери, из ворот в ворота, во чисто поле, во широко раздолье, в подвосточную сторону, к морю-океану. На море-океане есть остров ни велик, ни мал, зовется остров тот Буян, и лежит к нему широкий мост. Иду я, Наталья, по тому мосту, и не подломится, и не шатнется, обопал перила крепко-накрепко, а на том острове Буяне лежит бел горюч алатырь-камень. Как у того алатырь-камня горит огонь ясный, так огонь тот с меня нареченный Натальей, наговоренное, приговоренное, наносное, порченное, уроченное, проклятое, подделанное, пожеланное, глазливое, испуганное, опои, окормы, привязки, прицепки, цепи, трясины, мороки, оморочки, уроки, упреки, наветы, наговоры, шепотки, сглазы или что иное под личиной блага, сделанное да полученное, убирает, отсекает, отжигает, да в горь пепел обращает, меня нареченную Наталью очищает, да через горь пепел огонь, все сказанное врагам недругам вертает. Как ветер вольный у алатырь камня гуляет, так в тот ветер с меня нареченной Натальи. Наговоренное, приговоренное, наносное, порченное, уроченное, проклятое, подделанное, пожеланное, глазливое, испуганное, опои, окормы, привязки, прицепки, цепи, трясины, мороки, оморочки, уроки, упреки, наветы, наговоры, шепотки, сглазы или что иное под личиной блага, сделанное да полученное. Сдувает до всего, во все стороны разметает, меня нареченную Наталью очищает, да все сказанное ветер врагам недругам вертает. Как от алатырь камня реки чистые текут, так те воды с меня нареченной Натальей, наговоренное, приговоренное, наносное, порченное, уроченное, проклятое, поделанное, пожеланное, глазливое, испуганное, опои, окормы, привязки, прицепки, цепи, трясины, мороки, оморочки, уроки, упреки, наветы, наговоры, шепотки, сглазы или что иное под личиной благо сделанное да полученное смывают, меня нареченную Наталью очищают, да все сказанное воды врагам недругам вертают. Бел горюч алатырь камень сияет, да всему сказанному приговоренному исполняться помогает. Ключ замок, язык заклято. Ну вот так. Читала медленно, чтобы, возможно, кто-то нашел этот заговор в интернете или переписал с моих слов. Сейчас я отключаюсь и читаю еще два раза. Ну вот, я прочла три раза заговор. Вот даже на меня чернь какая вышла. Так. Вот этот агарок, я сейчас бросаю сюда. Потом все вот это, когда я чищу человека, всю вот эту отливку воском мы изучаем, смотрим, что снялось в прошлую отливку, сверяем, смотрим, улучшилось ли чистка. Тем более сегодня полнолуние, на человека, на которого я делаю отливки воском сейчас несколько раз, я буду делать вечером. Поэтому мне не очень удобно как бы снимать свою работу, когда я именно в процессе. Ну, во-первых, мне для работы нужны обе руки, поэтому мне не очень удобно снимать это. Так, сейчас я отливку эту убираю. Так, ставлю себе сюда набор трав, поскольку сейчас я буду делать вторую часть этого ритуала очистительного. Кто-то может сделать это отдельно. То есть это совершенно как бы два разных ритуала в одном обряде.
То есть для усиления я делаю два одновременно. Так, ну, во-первых, змейку я здесь положила, свой тотем, поскольку мы будем обращаться к духу змеи. Ножницы мне нужны. Я буду сейчас отрезать часть своих волос для этого ритуала и бросать их в огонь. Так, ну насчет сварога. Почему я положила знак его здесь? Ну, во-первых, бог сварог подарил людям огонь. Кто занимается, кто славянской магией, кто обращается к славянским богам, они это знают. Также с богом Сварогом связаны понятия правосудия и порядок. Как и в греческой мифологии богиня Фемида, на весах у нее закрыты глаза и в руках весы. Oh